такие типажи. Типажи, да? Возьмем русский типаж женщин. Русские женщины это какие? Русые волосы, светлые глаза, светлые брови, да? И тон кожи ближе к слоновой кости, светлая кожа. Если эта женщина не накрашена, ну ведь этого ничего не видно, она как мышка серая. Вы начнете с этой женщины, да, вы возьмете ее в жены, она прекрасна, русая коса, светлая, такая простенькая, мышка серая. А потом пойдете ебать женщину, которая накрашена. Ну серьезно, женщина должна ухаживать за собой. Женщина должна выглядеть шикарно. Должна. Нет, неправильно. Не европейская внешность. Женщина должна ухаживать за собой. Должна. Если женщина не выспалась, синяки под глазами. Правильно, правильно, точка. В жены берут мышей, ходят к акулам. Это все верно. Обязана, да. Обязана, я бы даже сказала. Вот свободный, я тебя абсолютно поддерживаю. Женщина обязана ухаживать за собой. Даже не для мужчины, а для себя. Знаете, я вот даже иногда могу. Как бы это ужасно ни звучало, но я почему-то интеллект человека равняю по тому, как он выглядит. Понимаете, насколько человек себя любит? Типа, если девчонка ухаживает за собой и позволяет себе какие-то процедуры и что-то делает, там элементарно чистая, опрятная, выглаженная одежда, выглаженная. Если человек, у него беспорядок вот на лице и в одежде и во всем теле, у него везде этот беспорядок. И в половой жизни, и дома, и везде, везде этот беспорядок. Так, что там? Знаешь, у меня было выгорание в прошлом году, и я забросила себя на 4 месяца, кроме сна и... Блин, вот знаете, это как... Это бывает у всех. Мы просто об этом не говорим. Это бывает у всех. У всех. Это знаете, как девчонки такие говорят, ну да, я спала без отношений, ну было такое. Об этом стесняются же девчонки говорить. Забейте хуй. Мужчина, если он вас полюбит, ему будет до пизды вообще, что происходит. Он даже спрашивать не будет, что у вас было. Эти вот все заебы, которые говорят, да ты, а что ты, а что ты делала до меня, а как это вот... И нахуй. Мужчина, если он влюбляется, вот смотрите, как бы это ужасно ни звучало, когда мужчина влюбляется, он ведет себя как овца. Ему похуй вообще. Даже если друг его ебал вас, ему похуй. Он будет вас любить, он будет все делать, если мужчина влюбляется. Они будут называть шлюхами только тёлок, которых бы они пиздец как хотели, которые им не дали, они будут их оскорблять. Не, но есть такие залупки, которые копают. Им же типа... Мне... А это знаете, как называется? Вот запомните мои ключевые слова, девочки, и если мужчины, которые здесь находятся. Когда меня спрашивают... Вот это запомните. Я не знаю, как я к этому пришла, но я это обожаю. Я себя гением считаю из-за этого. Когда меня спрашивают, что такое любовь, я сейчас вам объясню. Я вам сейчас скажу краткую фразу, но всегда так отвечайте. Это введет в такой ступор человека. Он скажет, ты ебанутая, но я вам сейчас объясню. Когда вас спрашивают, что такое любовь, отвечайте. Любовь – это не мешать жить человеку. Это не мешать жить человеку. А знаете почему? Потому что ты, когда любишь человека, его интересы становятся выше для тебя. Если ему нравится заниматься делом, которым он хочет, ты будешь его поддерживать, ты будешь его вдохновлять, а не будешь говорить, нет, я не хочу, чтобы ты там работала.
Если ему нравится выглядеть, ну, в рамках разумного, естественно. Если там не тупая балда, которая вообще нихуя в жизни не видела и ничего не понимает. А когда человек все запрещает другому, он не любит этого человека, он любит себя, потому что ему так комфортно. А любить, любовь, это не мешать жить другому человеку. Не мешать. Когда ты что-то запрещаешь или ограничиваешь человека, ты любишь себя, потому что тебе это комфортно, потому что ты этого хочешь, и ты эгоизмом занимаешься. А если вы выбираете человека, вот про гуляние вы пишете, гулять он хочет гулять, так вы выбираете, вы себя не любите, если вы выбираете такого человека. А если вам попался человек, с которым вы ловите коннект, с которым вы на одной волне и доверяете, и абсолютно уверены в человеке, и абсолютно уверены в человеке, вы дадите ему полную свободу. Вы будете радоваться за его успехи и счастье больше, чем за себя. Эта любовь, она ничего не требует. Вот она, любовь настоящая, она ничего не требует. И когда вы это поймете, тогда вы и сможете дать определению слова любви. А все остальное, знаете, как это могу назвать? Взаимовыгодные отношения. Ты мне это, я тебе то. Ты мне это, я тебе то. И мы на этом будем жить и строить семью. Любовь, она когда у нас бывает? Она у нас бывает в самом начале. А дальше у нас что бывает? Это то, что это уже для нас семья. Этот человек для нас семья. Почему, когда мы встречаемся с человеком там 4 года, ну, на своем пути могу сказать, с мужчиной встречалась 4 года, мы расстаемся, нам плохо. Нам плохо не потому, что мы его любим, потому что мы уже привыкли, это для нас как семья, это родной человек. Это не чужой для нас человек, это близкий, родной для нас человек. И, конечно, как? Как в моменте забыть про этого человека? Это как ты жил с мамой, с папой, и потом вот ты с человеком жил. А как про него? Это привязанность, это то, что привык к человеку. А любить, ребята, не забывайте. Вы можете любить кого угодно. Вы можете любить Тома Харди. Любить — это ничего не требовать. Это радоваться. Вопреки, без зависти. И чувствовать себя в этом комфортно. И себя любить нужно, да. Да, когда ты себя любишь, у тебя нет мысли. Блин, он такую тёлку красивую в инсте лайкнул. Блин, она мужиков там лайкает. А вот мы сейчас фильм смотрим, там актер классный. Мы пришли в компанию, там мужик красивый. Блин, у меня друг, он успешнее намного, чем я. А может, она на него обратит внимание?